В Молдове приступили к печати бюллетеней для президентских выборов и референдума, который отправят на избирательные участки, расположенные за рубежом. В центральной типографии работа идет полным ходом. Всего будет подготовлено более 1 миллиона 700 тысяч бюллетеней. Их отправят в 40 стран, где 20 октября Молдова откроет избирательные участки. În total, pentru cele 231 de secții de votare care vor fi deschise în străinătate, vor fi tipărite câte 852.200 de buletine de vot pentru fiecare tip de scrutin, referendum și alegeri prezidențiale. Pe lângă limba română și rusă, în premieră vor fi tipărite și 1.000 de buletine de vot în limba găgăuză care vor fi transmise unei secții de votare din Turcia. Costul unui buletin de vot este de 63 de bani. Как только бюллетени будут распечатаны, подсчитаны и распределены по избирательным участкам, они будут отправлены в Министерство иностранных дел, которое обеспечивает их распространение на избирательных участках за рубежом. Длина бюллетеня для выборов президента 31 сантиметр 70 миллиметров, ширина 14 сантиметров, а для референдума 33 на 16. Бюллетенили для вот се типарес по хартии опака, шау мэрим и кулор диферите. Де экземплу бюллетенул пентру референдум este de culoare violet, iar cel pentru alegerea președintelui de un gri afumat. В ЦИКе отметили, что большая часть бюллетеней для референдума и выборов президента будет напечатана для молдавской общины Виталия, точнее по 241 тысячи для каждого типа голосования. Для избирательных участков Германии будет выделено по 135 тысяч бюллетеней, во Франции примерно 94 тысячи. На противоположном полюсе по 500 бюллетеней каждого типа голосования будут отправлены в Латвию и Объединенные Арабские Эмираты, по 400 в Китае, по 300 в Японию. Что касается количества избирательных участков, которые откроют в Российской Федерации, ситуация остается неопределенной. Хотя ранее Центр избиркома принял решение, что всего там должно быть открыто 5 избирательных участков, МИД настаивает на том, чтобы их было только 2. Учреждение ссылается на заключение службы информации и безопасности, которое указывает на определенные проблемы с безопасностью и небезопасные условия для процесса голосования в небольших городах. В ближайшие несколько дней мы примем окончательное решение по отношению к другим избирательным органам на 3 избирательных участках в Российской Федерации. Окончательного решения нет. Сейчас мы анализируем документы, которые дополнительно поступили из Министерства иностранных дел, и после примем решение. Стоит отметить, что независимо от количества избирателей, на участке для голосования может быть выдано не более 5000 бюллетеней.